сейчас 6 часов вечера, то есть через 2 часа где-то будет закат. Тепло, девчонки, так классно. Приехали мы в парк на пробежку, прогулку, так как я сегодня углеводов больше нормы съела, и, в общем, нужно сжечь калории. Много всего у них тут интересного, можно позаниматься на этих тренажерах, если есть желание. Кстати, тренажеры от фирмы Greenfields. Как же я люблю солнце! Просто супер! Искусственное озеро за мной, видите? И вот там вот девочка стоит, рыбку ловит. И также мужчина чуть дальше. На удивление, людей не очень много тут сегодня. За мной рыбак идет. Муж сейчас говорит, наверное, тут есть рыба, раз мы уже 6 людей видим с удочками. С разных сторон. Вау, девчонки, перед нами, по-моему, лебеди. А может, гуси издалека не разглядеть, я сейчас подойду и покажу вам. Кстати, рыбаки. Мне муж говорит, не подходи близко, потому что придется тебе убегать. Как вы думаете? Мне немножко страшно, но он, по-моему, дружелюбный. Все-таки какой красивый фонтан, девчонки, посмотрите. Спросила у рыбаков, или они что-то поймали. Сказали, что да, на удивление. Я не знала, что тут есть рыбка. Кстати, я хотела сказать, что я читала, что прогулка или пробежка на свежем воздухе, то есть быстрая прогулка, немедленная, помогает сжечь больше калорий, чем если вы будете заниматься в тренажерном зале, на беговой дорожке или на велотренажере, потому что свежий воздух, в общем, помогает сжечь больше калорий. Девочки, за моей спиной один бассейн, видите? Большой. И вот там еще один, и там ребята практикуются, плавают. Я так полагаю, они тренируются к чему-то. Прикольно. Мы сейчас добежали до этих бассейнов. Большой бассейн. Фух. Итак, закончила я с пробежкой. Возможно, мы еще пройдемся тут, пару кругов пройдем, и потом поедем домой. Уже хочу принять душ и отдохнуть. Привет, девчонки, я сейчас в LA. Иду. И знаете, тут... не очень такой хороший район, я бы сказала, старые здания. И я в юбке, я привлекаю внимание. Фу, девчонки, пришлось мне буквально добежать до машины, потому что эта палка привлекает внимание, на которую я сейчас снимаю. Но также я в юбке была, в этой черной кофточке, так нужно было одеться на кастинг. Я пришла на очередной кастинг, как вы можете заметить, я тут стараюсь по кастингам ходить. Но не я одна тут хожу, то есть очень много девушек из России, Украины по кастингам ходят, и также из других стран. То есть тут сотни приезжих девушек, которые ходят на кастинги. Но если есть возможность, почему бы и не попробовать, правильно? Буквально несколько человек, то посигналили, то что-то из окна выкрикнули, то другой мужчина тут работает, тоже все пытался заговорить, и я так неудобно себя почувствовала. Насчет кастинга, это кастинг для музыкального видео, то есть они ищут девушек, которые будут танцевать вместе с артистами, я так поняла. Но нам детали толком не сказали, нам сказали потанцевать, и я танцевала еще с тремя другими девушками вместе, и я была вот в этих... туфельках, но я потом их сняла, когда я вышла, и одела на низкой подошве, потому что вот в таких идти до машины, даже тех же 200 метров я не буду, и в этих я бы, наверное, еще больше привлекла внимание. Машину сейчас буду выезжать, и, знаете, тут один мужчина сейчас только что остановился и попросил, чтобы я опустила окно. Я опустила, он у меня начал спрашивать, откуда я, типа, видит, что у меня... написано New Hampshire на license plate, ну и как давно я тут и так далее, прям целый этот разговор устроил, потому что пока красный свет был, то есть они останавливаются, и тут большая очередь из машин была, и он прям хотел разговаривать, и мне как-то непривычно было отвечать на его вопросы, но видно, хотел завести разговор, вплоть до того, как долго я в Штатах и кем у меня муж работает, и он такой, а я сейчас без работы. Я сегодня проснулась уставшая, потому что я вчера перезанималась, и как-то ехать даже сюда не хотела, потому что в пробке мне пришлось час простоять, можно так сказать. И приехала в итоге уставшая, но вот сейчас уже настроение поднялось, потому что по солнышку прошлась, жара, правда, долго без кондиционера в машине не просидеть. Когда просыпаешься, и такое настроение никакое, вялость, нужно через силу как бы куда-то выбираться, что-то делать на улице, в тот же магазин сходить, и потом энергия появится сама по себе. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев... Я заметила, что солнце еще очень хорошо на меня влияет, мне сразу так становится весело и хочется что-то делать. Ну все, я поехала домой. Сегодня у нас жарко,
На улице очень жарко. Хорошо, что дома кондиционер работает, в машине тоже работает. Кстати, я хотела сказать, у меня девчонки спрашивали по поводу кастинга, как я прошла или нет. Ответа я так и не получила. Хотя мне она сказала, что напишет или позвонит. Но видно, много девушек пришло. Когда много людей приходят, они потом даже не говорят, выбрали или нет. Если там 12 человек, то еще могут написать, что не выбрали, решили выбрать кого-то другого. Но я хотела сказать, что мне тут расстраиваться не нужно, потому что я вчера разговаривала как раз с одним парнем. И парень опытный такой, то есть он по кастингам уже ходил не раз, и он сказал, что тут, чтобы тебя выбрали для рекламы, нужно как минимум на 200 кастингов сходить. И для короткометражки на 60-70 кастингов, то есть для студенческой короткометражки, непрофессиональной, а просто вот ребята делают для своего класса, для университета или колледжа. И на такие вот кастинги 60-70 сходишь, и, может, одну роль получишь, а на рекламу 200. И, конечно же, это все зависит, на какие роли ты будешь ходить, какие тебе подходят и так далее. Конкуренция в Лос-Анджелесе, да, девчонки? То есть тут очень много девушек и парней, которые ходят на кастинги, и, соответственно, сотни людей приходят на кастинги. И поэтому расстраиваться, как он мне сказал, не нужно, а наоборот. Сказал, чтобы я ходила на кастинги каждый день или лучше несколько раз в день. Иногда бывает так, что можно 2-3 раза в день еще сходить. И мы сейчас проезжаем в Cypress, тут какой-то фестиваль у них проходит, я вижу вывеску вверху. Интересно. Я ужасно уставшая, девчонки. Все-таки, если я ложусь спать после 12 часов, то потом у меня целый день идет наперекосяк. Приехали мы в молл, девчонки, сейчас идем на ужин в Cheesecake Factory. Итак, я смотрю сейчас на меню. Тут вино у них, видите. Закуски. Сейчас смотрю на закуски. Не знаю, что я хочу, если честно. Я думаю, может, салатик какой-то. Нам уже хлеб принесли. Итак, наша закуска. Fried cheese, то есть это сыр жареный, я так полагаю. Мне кажется, я переела, много всего съела. И тут есть у них кинотеатр. Hi, guys! You're gonna be on YouTube. What's up? What's your YouTube channel? Well, it's Russian channel, actually. That's okay. Yeah. What's your YouTube call? I'm from Russia. Really? You are? Well, say hi, guys. В общем, эти ребята решили подписаться на мой канал. Они у меня спросили мой никнейм, юзернейм. Я сказала Life Inside USA. Они сразу нашли, сказали, сколько у меня подписчиков, сколько просмотров и так далее. И подписались и сказали, что будут ждать мой влог, чтобы посмотреть, как они в кадр попали. У нас уже почти закат, и солнце сейчас очень-очень светило мне в лицо, поэтому я очки одела. И, если честно, я уставшая уже. У меня, кстати, часто такое бывает, что когда я иду, записываю какой-то влог или видео для вас, кто-то начинает со мной разговаривать, я потом эти кадры вырезаю. Но я решила, что теперь я, наверное, не буду вырезать, а буду их оставлять, чтобы вам было интересней смотреть, как люди реагируют, и как-то видео, наверное, будет более живым получаться. Думали поехать погулять по пляжу, но, если честно, мы сейчас уставшие, мы решили поехать домой, посмотреть фильм, а завтра мы поедем на пляж. И, наверное, если будем смотреть фильм, то съедим десерт. Мы купили тортик, маленький тортик в Cheesecake Factory после того, как мы поужинали. И я думаю, что этого будет достаточно, потому что я уставшая ужасно, и мне нужно выспаться. А завтра я, наверное, продолжу что-нибудь записывать на пляже. Всем большое спасибо за внимание, девчонки и мальчишки. Я всем желаю удачи, хорошего настроения. Пока-пока.